80 мостов планируют отремонтировать в Украине в этом году. Хотя в прошлом умудрились привести в порядок лишь 1% автомобильных дорог. Когда же в Украине вместе со снегом перестанет сходить асфальт? В 2017-м закатать в него собираются 35 миллиардов гривен. Но насколько их хватит? Наша съемочная группа проехалась по автобанам Харьковской области. Посмотрите. Трасса Дергачи – казачья лопань. Легковые автомобили на ней плывут, словно пароходы. Под водой глубокие ямы. Ванны купальные. Знаете, ванна посреди дороги, и попробуй не объехать. Водители сетуют, не успевают ремонтировать машины. То подвеска, то балка. Каждый месяц. Причем ремонты такие, знаете, не 100-200 гривен, а 1000, 1100, 1500. В прошлом году жители поселка Слатино, через который проходит эта дорога, решили не ждать помощи автодора. Скинулись, закупили асфальт и сами засыпали ямы. Но и их покрытие долго не продержалось. Если бы мы сделали по технологии, обрубали бы, залили смолы, как положено. Может быть, оно хотя бы и 2 года подержалось. Качество асфальта живого будущего. Подобная картина по всей области. Вот это любительское видео 140 километров экстрима до Лозовой. И даже в Харькове инкассаторская машина недавно ушла под землю. А вот такой ремонт активисты засняли в Мерефе. Рабочие высыпают асфальт прямо в воду. Она заставили. Дорожники в таком состоянии покрытия винят снежную зиму. Дескать, на дороге высыпали вдвое больше соли. Она и повредила асфальт. Денег на ремонты, как всегда, нет. Но есть надежда на новые сборы. За счет таможенных сборов, то, что вы знаете, принято на Верховной Раде, что таможенные сборы, перевыполнение 50% всех таможенных сборов будет направлено на дороги. Ну а на сегодняшний день пока утвержденное финансирование от потребности составляет от 20 до 25%. Поэтому водителей просят потерпеть. Асфальтобетон мы не можем бросать в воду. Всякими подручными средствами спасаем дорогу, но массово я вижу выход на ликвидацию ямочности где-то после 12-15 марта. Капитальный ремонт дорог в области пока даже не планируют. Обойдутся текущими и ямочными ремонтами. Но спасут ли латки разбитые трассы? Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область.